Уголовное дело в отношении юрисконсульта аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области Дмитрия Басалгина передано в суд. По версии следствия, он выступал посредником при передаче взятки. Напомним, Басалгина задержали с поличным при передаче 100 тысяч рублей сотруднику прокуратуры Тракторозаводского района. Эти деньги якобы предназначались за покровительство игорного бизнеса. Меня задержали сотрудники ФСБ. За что? Я не могу сказать, что... Меня задержали здесь. Обыски прошли и на рабочем месте Басалгина. Как полагают сыщики, 100 тысяч рублей он хотел заплатить служителю закона, чтобы тот сообщал ему о грядущих проверках и не трогал ряд подпольных заведений. Подозревают, он мог оказать поддержку владельцам сразу нескольких игорных залов.